И снова всем привет, с вами Олег Гудвин. И вот мы заканчиваем косметическую хиджаму на лицо, да? Кровь уже больше не пойдет, поэтому можно снимать. Аккуратно потом покажу, как мы снимаем. Вот что там образовывается. Если делать аккуратно, то ни одной капли крови мимо не пройдет. Это свернувшаяся кровь. Таким получается эритроциты, тромбоциты, видите, свернулись. Склеились, и соответственно организм воспринимает это как некий шок для него, да, и он начинает сюда нагнетать полезные микроэлементы. Например, давайте побольше возьмем вот этот участок. Образуются новые капилляры, кровь переносит сюда эластины, коллаген, гиалуроновую кислоту. И ткани быстрее заживают, быстрее восстанавливаются. Делать должен только профессионал. Видите, там даже капельки вот пота вышли, видите? Пот и межклеточная жидкость помимо крови вышла, видите? Угу. То есть хоть что-то выходит, уже хорошо. Идет чистка лица. И если проходить целым курсом, то будет омоложение человека. Собственно, кровью человек сам себя лечит, получается аутогемотерапия в действии. Вот, все убираем, и не остается ни следа, ни царапинки. Потому что надрезики очень тонкие, только по поверхности. Давай этот пакет. Все сразу утилизируем. Банки можно помыть и использовать для следующего раза. И все ранки обрабатываем перекисью водорода. Хотя крови было больше всего. Берем пакет.